Еще одна новая спортивная точка притяжения готова к открытию. Глава округа Андрей Булгаков проверил результат работ на объекте школы номер 21 в деревне Серкова. Совсем недавно на этом месте было пустое поле, а теперь современное спортивное ядро, о котором жители мечтали много лет. Благодаря их активному голосованию в рамках проекта инициативного бюджетирования мечта стала реальностью. На объекте обустроена универсальная спортивная площадка для игры футбол, волейбол и баскетбол, беговые дорожки, воркаут, площадка с турниками и тренажерами с регулируемой нагрузкой. Новшество – полоса препятствий для начальной военной подготовки. И, конечно, все для того, чтобы заниматься спортом здесь было комфортно и безопасно. Ограждение и освещение по периметру площадки и резиновое покрытие. Новое спорт-ядро – не только настоящий подарок начала учебного года для учеников школы, в которой учатся дети из Серкова, Супонева и Оболдина. Порадует новая спортивная точка притяжения и взрослых жителей деревень. Спорт-ядро будет открыто для всех желающих в рамках губернаторской программы «Открытый стадион». Для этого на объекте предусмотрен отдельный вход.